Всем привет, друзья! 11 июля, четверг, мы в Тосморе, как видите, корабли пустыни, и то спрятались немножко в тень, потому что солнце жарит просто невыносимо сегодня, ну, собственно, как и всегда. И сегодня у нас рынок в Тосморе, вот мы находимся, какой номер пляжа, блин, не вижу, как назло, номера пляжа. Отель, короче, у нас здесь Sun Prime, дальше Сан-Франциско Бич Хотел, Саритаж. Это все отели, ориентиры. Начало рынка в Тосморе. Вещевой рынок начинается по этим отелям. Как всегда, напоминаю, аккуратно переходим дорогу. Никуда не спешим. Лучше 5 минут постойте. Сейчас мы с вами постоим 5 минут. Рынок по четвергам в Тосморе. Напоминаю тем, кто первый раз смотрит вообще видео о рынках, что рынки в Алании передвижные, кочующие. Каждый день они проходят в новом месте. И вот сегодня, например, они в Тосморе. Завтра они будут в Джумапазаре в центре, уже в другом месте. Итак, идем на вещевой рынок. Смотрим цены и ассортимент товаров. Цены, конечно, мало где написаны, так что... Здесь вот на футболочках они написаны всегда по 2 евро. Здесь ассортимент футболок довольно большой всегда. Шесть штук 10 долларов. В каких-то валютах тут написано уже непонятно. Ой, как же жарко. Больше теплых вещей появляется. Свитерочки, курточки. Все больше и больше с каждым рынком. Каждый день приближает нас к зиме, к Новому году, друзья. 10 тростников, 10 евро. 7, 10 разного качества, видно, двух видов. Хорошая цена. 42 носков, 10 евро. 20 носков, 5 евро. Фисташки 80 лир кило. Что ж такое, как не музыка, так дети кричат. Я его пропустил, он сразу замолчал. Нет, опять кричит. 10 среди вещей можно попробовать купить сладости. Время сейчас 5 часов вечера. 5 мусор. По левой стороне теперь началось. 3 штуки 10 евро футболки. 1 штука 3 евро 4 доллара. Три штуки 10 евро. Чё, меня там просили кожаные ремни показать. Я не знаю, какие тут кожаные, какие не кожаные.
переместились к точке нашего друга. Тоже такие тепленькие вещи уже начали появляться. По 3 евро, по 5 евро. Very good price. Привет. Нормально. Тебя как? Люди были? Нормально были. Нормально. Хорошо. Скажи, нужно сказать, это хорошее место, базар. А, Тосмор, да. Тосмор приезжайте. Я люблю оба, люблю Тосмор. Оба понедельник, Тосмор четверг сегодня. Место вы видели, вот мы вошли. Вот, вот здесь приходите, наш постоянный. Спасибо. Давай удачи. Счастливо. Потом один я такой вареный хожу, не все вокруг такие, вообще невозможно просто. Так, куда пройти? Давайте пройдем вот так, по правой, потом по левой. 5 штук, 20 лир, такие вот кошелечки. Магниты, то есть это не магниты, это эти веселки, 3 штуки, 10 лир, 2 штуки. 1 евро магниты, сумки 4 евро. Очень жарко. Не знаю сколько, 35-38, какая разница, собственно. Вчера наконец повесил сетку на окно. Пытался спать с ней сегодня. Ну как бы окно открыто с сеткой. Но сквозняк редко получается, и все равно просто кошмар. Подушку каждое утро выжимать можно. Зато без кондиционера и даже без вентилятора. Вот веер себе куплю, если совсем плохо будет. Ну, как вы видите, цены мало кто пишет. Поэтому еще раз напоминаю, торгуйтесь. И ну, обычная ваша покупка должна быть там, где цена не написана, в два раза ниже первой названной цены. Итоговая стоимость должна быть. А если цена написана, то, конечно, уже. Обычно там, где она написана, там она нормальная. Там, где не написано, вам сразу скажут ее завышенную, конечно же. Бублики едут. Здесь вот много футбольной тематики, спортивных. Левандовский. Помню про Акинфеева, вы мне в голову его запилили, я все время хожу и смотрю его. А может, вы уже сами приезжали, купили его давно. Хотя вряд ли он здесь будет. Здесь 3 штуки, 10 евро футболки. Люди, тачки по 5 евро. Это у меня не звук пропадает, мне там написали. Это я закрываю микрофон, на 4 штуки 10 евро. Супер цена, дешевле вы их уже не найдете. Закрываю я там, где я прохожу, и звучит музыка, поскольку по нашим дебильным законам мировым, почему-то, если я снимаю видео и попадает какой-то черт поющий, то правообладателем видео, которое я снял, получается, становится не я, а он. Как это не смешно, да? Поэтому я закрываю всегда звук. Смотрите, сколько тут футболок, просто несколько рядов вообще. И большой выбор, кстати, футболки такие, не только белые, обычные. Вот такие вот есть, вот смотрите. Получше качество, мне кажется, не знаю, почему там цена. Возможно, такая же, 3 штуки 10 евро на те цена. И трусы здесь 10 штук, 10 евро, тоже цена хорошая. Переходим в левый ряд, это у нас конец уже.
А, нет, еще не конец, еще один ряд тянется. Давайте пройдем. Никогда по нему не ходил. То есть от моря заход идет тремя рядами. Вот в один мы зашли, это следующий. И один был еще до того, как мы зашли, ближе к отелю Азия Бич Хотел. Вот это комплекс офигенный. Алваситес, у них выход свой на пляж. Внутри бассейна, все уютно, комфортно. И главное, свой пляж. И пляж просто офигенный. Когда-то я выходил с пляжа через их городок. Здесь у нас по 8 евро и по 10 евро.